вот давление пошло. Давление пошло. Легким движением рук замглавы Химок по ЖКХ Дмитрий Чистяков ставит жирную точку в массовых жалобах жителей микрорайона Подрезково на качество воды. Из Москвы пошел объем в резервуар чистой воды для смешения с водой из артезианских скважин. На водозаборный узел Подрезково теперь поступает вода из московского водовода. Ее качество в микрорайоне теперь будет заметно лучше, обещают ресурсники. Мы не говорим, что вода здесь была плохая. Мы говорим, что некоторые показатели не соответствовали нормативам. Сейчас эти показатели, такие как жесткость и железо, приведены в норму. Местные жители надеются, что теперь им не придется писать в администрацию Химок бесконечные жалобы на качество воды. Нас волновало, что это в основном это наличие железа, и жесткость воды очень большая была. Вот. Поэтому сейчас, как бы, качество воды намного улучшится. Мы, конечно, будем очень благодарны за ту работу, но будем постоянно держать на контроле все это дело. Раньше вода была мутноватая, частенько накипь постоянно в чайнике была. Сейчас, я думаю, эти проблемы будут устранены. Надеемся на то, что мы будем пользоваться чистой водой. По словам представителей Химкинского водоканала, качество воды 15 тысяч жителей Подрезково смогут оценить уже в ближайшие дни.